Всем привет, друзья! Меня зовут Алекс, это канал Алекс Геймер Геймплей, и мы продолжаем играть в последний день на Земле. И да, ты видишь, что написано, да? Не левел, а уровень 40 и... Что? Да, игру полностью перевели на русский. Где это, да? Все на русский. Добавлено еще пару языков, это, ну, английский был, испанский и португальский. Добавили, да, там обещали еще добавить некоторые языки. Добавили функцию новую, типа грязь, то есть теперь выживание станет реально, типа, более-менее реальным, как бы, типа, как они пишут, да? То есть мужик наш будет пачкаться, ему нужно будет мыться. Где-то здесь должен быть индикатор еще, они говорили добавят, но что-то я его не наблюдаю, индикатора грязи. Но он как бы будет. И есть как бы вот душ добавили, чтобы мыться. У меня не хватает... железной руды, и мы пойдем добудем ее, да. В этой серии построим душ и помоемся. Посмотрим, как это все реализовано. Еще там вроде бы что добавили. Поработали над мелкими недочетами, ошибками, там, типа, багами. Добавили, ну, точнее, поработали с лучшей отражаемостью персонажа. Это, наверное, да, все-таки с одеждой, потому что иногда одежда просто это... Как бы не отображалась, просто черная текстура была. Над этим поработали вроде бы, да, теперь у меня все нормально отображается. Все, и... Ну и я скину, что добавили, потому что я все не запомнил. Я скину, вот сейчас вы увидите, что добавили. Ну что ж, и перед началом видео я хочу поздравить всех своих, точнее не поздравить, а передать привет своим всем любимым подписчикам, которые реально бомбят, реально комментируют, лайкают, подписываются и рассказывают друзьям. По-любому, спасибо вам, чуваки, вы сейчас себя увидите, вы реально красавцы. Продолжайте в том же духе и продолжаем бомбить вместе. Так, ну что ж, продолжаем. Что нам нужно? Нам нужно... кирку взять. Вот кирка, возьмем топор на всякий случай. Нужно какую-то оружку взять. Есть у меня что-то такое? Нету. Ну давайте возьмем мачете. Дорубим его уже до конца. Потому что так скрафтить я ни хрена не могу. Хотя, ладно, не будем тратить мачете, возьмем копье. Вот. Возьмем копейцо. А мы можем что-то такое более-менее нормальное скрафтить? Мясницкий нож, монтировка. Мы можем сделать монтировку. Давай сделаем монтировку. Вот так. И вот шкура. Так, все, собрать. Все, круто. Монтировка, одеть. Все, теперь мы более-менее мощные ребята стали. Это сюда. Это сюда. Ну и стоять у меня нету ни хрена. Где мои все бинты? Я их всех просрал, да? Бляха-муха. Давай сделаем, знаешь что? Где это? Вот это вот здесь, да. Алкашка. Вот, 4 алкашки. Давай сделаем... бинта 2. Сделаем 2 бинта. Вот, хорошо. И давай сделаем 2 больших аптечки. Вот. Раз, два. Все. Теперь у нас есть 2 больших аптеки. Вот, алкашку мы с собой возьмем. А аптечки будем, ну, так как они восстанавливают всю хпшку. Потому мы будем ждать, пока у нас будет аж 10% хп, и тогда будем только хилиться. Ну что ж, побежали. Так, что-то оно немного подлагивает, да? Давайте поставим на высокие, чтобы меньше лагало, вот. В принципе, на графику сейчас смотреть не нужно, это бета-версия 1.4.2, кстати. Сейчас, в принципе, графика и так нормально, а то, чтобы была водичка и отражалась водичка, в принципе, мне нафиг не надо. Так, идем в желтую зону добывать камни, там их просто больше. Да, блин, вообще круто, теперь по-русски все. Кстати, там вроде бы еще что-то добавили, да я не помню. Не помню, ну ладно. Вы, в принципе, посмотрели, что там добавили, я скину, все. Так, а в конце я еще сам посмотрю.
Так, ну вышло обновление, это уже хорошо, уже добавили что-то новенькое. Будем ждать уже следующего обновления. Да. Так, ну ладно. И нас, как всегда, уже атакуют. Атакуют нас уже, бомбят. Так, хорошо, мы тоже бомбим. Так, давай втихаря. Так, тихо. Да, елы-палы. Долбанный токсичный зомбак. Как я их ненавижу, если честно. Так, лады. Но ничего, сейчас мы сделаем еще алкашку. Еще две. Точнее, не алкашку, а... Эх, аптечки, вот. Все, теперь главное их не просрать. Сейчас главное насобирать ягод. И питаться ягодами, потому что не хочется просирать про... Так, воняет гнилью мясом. Я что-то не успел прочитать толком все. Не успел до конца все прочитать. Там что-то, короче, воняет. Хрен его пойми. Не успел прочитать. Если ты успел прочитать, значит ты молодец. Я что-то не успел. Так, ну чем-то ему, короче, воняет. Гнилью мясо. Значит, зомбаки где-то вроде, если гнилью воняет. Как бы логично. Так, давай-ка втихаря ягодки собираем. Вот здесь улучшилось стелс. Да мы будем по стелсу постараемся втихаря все это дело провернуть. Не хочется с этими зомбарями ничего иметь, потому что они дикие люди. Вообще беспардонные. Так, жалко, что у нас нету этого. Алкашки, водочки и так далее. Могли бы скрафтить еще одну большую аптечку, ну да ладно. Три аптечки, думаю, как-то справимся. Сейчас главное ягод море набрать, просто море. О, и семена сразу добываются, да? А ну-ка, попробуем еще здесь-ка возьми травичку. Ну-ка. Нет, оно... Когда? Ну ладно. Так, там один зомбак, я предлагаю его замочить и облутать. Так, зомби, 40 хп, сейчас мы, наверное, его... Ну да, вот, новый левак, кстати, вот, круто. Так, давай, обыскиваем, лутаем. Так, с. Так, ну, семена мы выложим, возьмем двигатель, нам двигатель нужен. Так, это нам не нужно. Все, в принципе, нужно. Что ты делаешь? Так, тихо. Зомбакан. Зомбакан, ты это вот, короче, не надо так делать. Ты это вот одумайся. Так. Ваш Интерполом. Я знаю. Давай, короче, выпьем эту вот. Так, я сейчас обмочу штаны. Давай, на зомбака прям насым. О, кстати, добавили звук. Как он этого делает все. Дело делает. Так, ну ладно, ты, короче, противный чувак взял, нассал, ну да ладно, молодец. Так, па-па-па-па. Шкура, шкура. Ну, удалим ее. Так, ягодки, это все хорошо. Давай. Восстановим немного хп. Вот, хорошо. Пошли добывать камни. Нам нужны камни. Точнее, не камни. Ну, в принципе, и камни, но нам больше руда нужна. Вот, потому. Кстати, он потение зомбача видно. Давайте-ка его мочанем, чтобы он нам туда не мешал. Так, все хорош. Веревку заберем, все, давай. Откуда ты тут появился? Ты видел? Он тупо просто отреспавнился. Не было, не было, взял, появился. Ну нормально, чё. Так, тут говорилось, что добавился какой-то индикатор грязи. Вот ты видишь индикатор грязи? Индикатор грязи, а вот я не вижу. Вот хоть убей, а я его не вижу. Вот здесь тоже нету. Не знаю, может он появится, когда ты уже типа помоешься. Хрен его знает. Хрен его знает реально. Ну ладно, не будем над этим задумываться. Так, а там большой зомбак. И мне не нравится, что он здесь ошивается. Большой жирный гнида. Собака, козел, короче, да. Так, ну ладно.
Сейчас быстренько, быстренько руды добудем. Пойдем скрафтим душ, посмотрим, что это дело вообще, как оно будет. В принципе, круто, что разработчики добавляют реально такое, чтобы игра стала более реалистичной, нужно мыться, там в туалет ходить. То есть на компьютере я когда играл, ну, в такие типа выживания, то есть такого не было. Тут реализовали то, что я хотел, чтобы было на компе. Так что это вообще круто. И графон крутой, и все. Вообще, респект это. Хочется есть. Чувак. На, сожри. Так, вот это плохо. Так. Так, нужно замочить его, этого гниду. Все. Слег. Так, давай шмотки. Хорошо, что ты появился здесь. Мне как раз не хватало этого всего, братан, реально. Тап-тап-тап. Травичка. Ну ладно, травичку не выбросим. Ну да, выбросим. Нахрена нам она нужна. Потом насобираем, в принципе. Так, камни я возьму. Это я возьму. Что еще возьму? В принципе, это можно взять. Ладно, веревку выбросим. Возьмем вот. Это более нужнее. Так, у нас есть кое-какие шматки. Это уже неплохо. Так, давай-ка пожрем. Это больше восстанавливает. Наверное, давай ягоды. Вот. Уже более-менее что-то, короче, нормально. Так, здесь мы залутались. Вот ягоды, давай бери ягоды. Так, и давай железную руду добывай мне, чувак. Давай, добывай руду. Молодец. Холодец. Так, лады. Ну вот, не лады, то, что там жирное обитает. Его, в принципе, можно мочинуть и... Зачем ты сломался? И мне дров нету. Сейчас нарубим. Три дрова. Одно дерево и три дрова будет. Сейчас нормально. Так, сосновое дерево. Это круто. А где остальные деревья брать? Так, кирка. Вот, супер. Пошли дальше рубить. Рубить, колоть. Так. Ага. Ну ты, короче, крутой чувак, да? Сейчас ты мне шмотки еще получше подгонишь. Молодец, чего нет. Хотя, да, обувь, смотри. Ой, сейчас я смотрю. Чувак, ты вообще, короче, крутой. Штанишки, у тебя штанишки. Говно у тебя штанишки. Ладно, хоть что-то с тебя толковое это взяли. Так, мы можем сделать бинты, но нахрена? Не знаю. Давай-ка эти бинта используем. Вот, нормально. Так, там идет зомбак и прямо на меня. Почему? Почему ты идешь на меня? Объясни мне. Как ты меня заметил, как нашел? Ладно, не будем над этим задумываться. Ты... Опа, зомбарей море. Зомбарей море, но не хочется тратить. А... Кстати, чё я парюсь? Место есть? Есть. Давай. Три штучки. Три штучки на три зомбаря. Да я думаю, хватит. Чё бы не... Чё бы нет-то. Ну, возьмем еще пожарим на всякий случай. Вот так. Ну и пошли замочим. Так, главное... По одному их. Вот. Иди сюда. Вот, идет. Молодец. Молодец. Да что ты будешь делать? Что ты будешь делать, а? Мочи. Ой. Лады. Так, мочи еще зомбака. По бырику. Вот, супер. Так, ну ты мне штаны принес. Ты уже молодец. Кофту принес. Ты вообще красава. Ботинки. Не, типа лучше. Так, это берем. Ягоды забираем. Ну, нормально. Чё?
Нормально, чё, чувак? Хорошо. Так, это сюда. Так, стой, уйди, уйди. Так, ботинки дай сюда, а то сломаются, а я их... Опа, дену, и все. Так, у тебя, в принципе, можно взять че камни. Вот, молодцы, молодцы, чуваки, реально. Ну, не чуваки, сейчас знаю, кого тоже бомбит. Я знаю, что это боты. Наш приятнее говорит, говорить чуваки. Чуваки. Так, лады. Нам нужна руда. Что-то... Опан, тихо, в смысле, почему... Почему у вас так много? Зомбари тупые. Бляха. Ладно. Будем... Места нет. То что ты будешь делать с собакой? Так, так. Вот так, вот так. Блин, хай бы он, пусть, не хай бы, пусть бы оно, блин, само клалось в это вот, сразу туда, в карман. Ну, что-то оно не хочет, ну ладно. Так, эти зомбаки нам будут мешать, их по-любому нужно замочить, это вообще вот. Так, давай, шкуру, шкуру, не нуна. Шкуру не нуна, не нужно. Шкуру нам. Так, а что делается вообще со шкурой, я уже забыл. Так, ну здесь зомбарей реально море. У меня, в принципе, есть бинты. Можно по одному их... Ой, что-то их не по одному. Лады, мочим. Мочим, очень быстро мочим. Так, давай, второго выноси быстро, 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 давай, 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 давай. Опа, молодец. Сигареты. Ну, зачем мне нужны сигареты? Теперь, теперь усыпили зомби первое место по количеству смертей. Что? Теперь усыпи... А, уступили зомби, Не уступили, уступили. Ну, а смысл? Их никак не использовать, кстати, нельзя. Ну вот, например, давай вместо ботинок возьмем. Вот. И с ними как бы взаимодействия никакого, и с ними ни хера нельзя сделать. Ладно. Бесполезная херня. Так, волка. А, кстати, вот, можно же нарубить. А, места нету. Опять? В смысле? Ну давай это сейчас сожрем. Вот, как раз ХП восстановили. Ну, выброси, ёпты. Да, молодец. На-ка, жрани. Вот. Давай, руби. Нарубим. Так хорошенько, чтобы с запасом было. Чтобы можно было и еще что-то построить. Блин, ну прям руки чешутся, хочу замочить жирного, но там возле него еще малые, и у меня не кирка, а ломик уже почти сломанный, потому. Ты два жирных. Блин, тут можно было бы и качнуть леваку только так. Ну ладно. Так, давайте этих замочим, чтобы не мешали нам. Давай, иди сюда, братан. Блин. Братан, ты что-то какой-то медленный сегодня. Веревка, веревка нахер надо. Так. Ты вообще бесполезный пустой. Так, лады. Лады, лады, лады. Так, хорош. Зомбак, иди сюда. Так, хорошо. Все. Опа, ягоды. Ягода малина. Так, жри. Ой, нахрена я еще раз сожрал, если ХП полные? Не знаю. Блин, прям хочу замочить. Хочу замочить жирного, ну ладно. Опа, ну ладно, давай. Толстячка. Толстячка мочином. Мочинем. О, да, мочинем мы его. Чем? Бляха, жирный. Ты прям вообще ни туда, ни сюда. У меня места нету, да? Нету. Жирный, бляха, отстань. Да я быстро сделаю это вот копье и тебя мочину. Жри ягоды. Отстань, жирный. Отстань, я с тобой не играю. Погоди, дай сейчас сделаю палку, буду тебя лупить, тогда посмотрим. Погуляем с тобой.
У меня дрова есть? Нету дров, конечно. Ох, ты же, боже мой, что ты будешь делать? Пошли рубить дрова. Ну что ж ты такой, короче, вообще нехороший человек. Пристаешь к людям. За такое посадить могут. Могут. Больно. Не надо так делать. Так. Иди сюда. Вот, ща я тебе дам люлей. Сейчас будешь пищать, как... Да ёпкалы не туда. В смысле инвентарь полон? Ты дурак, нет? Когда я успел забить уже инвентарь? А, я взял на одну палку больше, да? Ёп, ты что ты будешь делать? Выбрасывай эти камни нахер. Бляха-муха, он как-то очень быстро бегает. Так, камни сюда. Опа. Отбегаем. Не сюда, ну ты зашел, ну ты дурак, нет, создать. Отбегай. Взять. Опа. Жирный ты ублюдок. Опа, не успел, ладно. Так, мочи этого жируха. Опа, опять не успел, что ж ты будешь делать? Да ёпты. Опа, что-то я за ХП не смотрю. Не надо так делать. Да все, отдыхай. Вот, молодец. Еще из тебя ничего не выпало. И зачем ты пердишь, когда ты падаешь? Ну ты, короче, вообще портишь людям жизнь даже после смерти. Козел, козел. Пошли брать в чувака штаны. Кстати, нужно пожрать. Что это есть? Нет, то ни хрена. Ладно. Давай это, бухнем. Опа, олень. Олень, иди сюда. Хочется пить. Понимаю, хочется, но перехочется. Так, давай-ка жиранем мяско. Сырое мясо, знаю, будет пучить, но что поделать. Попучит, да и отпустит. Так, у тебя штаны? Нет, у тебя нету штанов. Пошли дальше. Где там чувак со штанами был? Опа, вот ты. Говно штаны, но хоть что-то. А у тебя что? А у тебя рубаха. Ага, у тебя рубаха. Ну давай возьмем рубаху. Мало ли зомбак еще какой-то к нам пристанет. А мы будем опа. Опа-опа, и мы все готовы. Так, у тебя сиги. У тебя это. У тебя это, хочется пить, но на попей не ной. На, все, молодец. Так, ладно, что нам нужно? Нам нужны камни дорубить, куда я пошел? Вот. Мы же дорогу себе расчистили, расчистили, все. Так, сын. Сколько? Еще кропаль. Еще прям чуть-чуть, бляха. Иди сюда. Давай мочи этого волкодава. Вот хорошо. Все, мясо жри. Все, молодец. Все, руби втихаря. И драпаем. Инструмент сломался. Ну ладно, в принципе, хватит. Погнали домой. Сейчас построим по бырику душ. И посмотрим, как он моется. Мне просто интересно. Как будет анимация проходить, нормально или нет? Ну, сыт он нормально. Стреляет такой хороший валит. Так, ладно. Бежать, бежать, идти, бежать. Тыкс, 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 тыки, тыкс, 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 тыки, тыкс, тыкс, тыки, тыкс. Так, потом, когда-то в какой-то серии, когда я буду охеренительно мощный чувак, пойдем сюда и замочим босса. Да, по-любому. По-любому замочим, но когда-то. Кстати, добавили новый бункер? Новый бункер добавили, не добавили. Ну да.
Ну и ладно, не так уж их, ну, не, как там, ну ладно, короче. Больно сильно надо. Нам тут бункерными, и бункера бы хватило, и А. Да. К бункеру С как-то, не знаю, как-то попадем, что-то скрафтим. Так, что нам нужно для душа? Для душа. Бляха. Ты гонишь? Ты гонишь, да? Да, ты гонишь. Да ты не гони. Так, в принципе, что я испугался? У меня есть трава, сейчас быстро все сделаем. Так, двигатель. Двигатель давай сразу сюда, в тачку нашу. В будущий мотоцикл, который собирается очень долго-долго. Так, что еще нам нужно? Вот, болты. Во, почти все болты. Почти. Так, лады. Нужно будет потом еще где-то найти бензобак и вилку. Не знаю, где-то найдем. Так, 20 штук давай, это вот. Ну, давай, на. Так. Мне нужна эта вот фигня. Да, что ты будешь делать? Так. Два куста. Нужно, да? Так, а здесь у нас с веревки. Ладно. Так, лады, понял. Нужно куст. У меня есть, кстати, куст. Я где-то собирал его. Где-то... Да стой ты, не бей. Ну да, вот. Сейчас быстренько сделаем. Ой. Вот, сколько нам нужно? Не, опять сюда не зашел. Одна, да? Одна, давай, все. Одна, дальше крафтись там. Сейчас построим душ. Примем душ. И будем рады. Так, сюда нужно сбросить. Че? Ничего, у меня ничего нету такого нормального. Ладно. Нам нужно еще дерево. Дерево. Вот дерево. Так, крафтим. Так, душ есть, хорошо. Где его поставить? Давайте поставим его, ну, вот здесь. На земле? На земле хочешь душ ты мне поставить? Вот, козел, ты ёкала мене. Давай прямо... Погоди, чё это я? Чё я делаю? Ты мне скажи. Чё я делаю, мне скажи. Я же могу просто взять его вот. Это вот так в краёчку пусть будет. Нет, не хочет. Ладно, давай. Ляха-муха, что ж такое? Ну, не хочет он. Где-то хочет посередине. Посередине? Нахрена мне посередине? Ладно, подавай посередине. Погоди. Давай тут поставим. Какая разница, где он будет стоять? Вот, все. Побежали, испробуем. Посмотрим. Ну-ка. Так, чтобы вымыться, вам нужно потратить бутылки с водой. Да, давай. А, прикольно. Только я так и не нашел индикатор грязи, который нам говорился, что нам, типа, он должен показывать, что мы должны мыться, и мы, типа, должны мыться. Вот ты видишь индикатор грязи? Вот я не вижу. Ну, ладно. Походу, они немножко забыли добавить его. Но не суть важна. Мыться можно. Зачем? Не знаю, но мы посмотрели. Ну что ж, давайте станем возле душа. Типа мы такие с легким паром. Ну что ж, давайте на этом заканчивать. Ссылка на плейлист в описании будет под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до новых встреч, ребята, и всем пока.